Посмеялись вместе. 1 апреля считается международным днем смеха. А для телекомпании «Муромский меридиан» это еще и день рождения. В 1998 году в эфир вышел первый юмористический выпуск новостей для абонентов кабельного телевидения «Орленок». Коллектив телекомпании решил совместить два этих праздника. Что из этого вышло в сюжете? Вы сегодня пришли зачем сюда? Посмотреть, как котики сегодня будут плавать. Так. Ну. Ага. Как вы представляете себе это? Расскажите. Мы представляем, наверное, что это будет где-то в аквариуме. Ага. Что-нибудь большое. Большого? Да. Машина, может быть, подъедет какая-то большая. Я тоже морских котиков в аквариуме. Вот. Хорошо. Скажи, а если котики, например, замерзнут и сегодня не смогут плавать в оке, ты очень расстроишься? Ага. Вчера узнали по телевизору, что будет представление сегодня морских котиков. Вот, приехали посмотреть. Слышали, что какой-то праздник тут намечается. Вот, пришли посмотреть. Хорошо. То есть на праздник? Ну, да. Про морских котиков? Да. Вот именно праздник. Да. Что-то купать тут будут. Вот. Первое апреля. Мы так и поняли. В День смеха принято разыгрывать родных и друзей. А зрители Муромского телевидения – это наши самые настоящие друзья. И оставить их без внимания в такой день мы просто не смогли. Но день рождения телекомпании «Муромский меридиан» совпадает с праздником смеха 1 апреля. Поэтому мы решили в этот день для наших любимых телезрителей вот организовать такую небольшую шутку с чаепитием, с тортом. Кому-то она понравилась, кому-то не очень. Но люди пришли, люди, значит, нас смотрят, люди нам верят. Мы попытались создать хорошее настроение в этот даже пасмурный день. Ну, мне кажется, у нас это получилось, и это самое главное. Так Международный день смеха стал городским. Многие по достоинству оценили наш юмор. Теперь среди самых известных первоапрельских розыгрышей, таких как падение Пизанской башни и фоторепортаж летающих,